Да, это вопрос поднимали, я помню, в беседе там Виктор Скляров есть из Астрахани, у него там тоже технологии интересные. Вот, он говорит, вот я патриот, там туда-сюда. Я говорю, ну и интересно, вот разработчики всяких таких вещей необычных, они ограничены в чем-то другом всегда. Я говорю, вы немножко дальше зайдите вот в мыслях. Я говорю, вот представьте, эта технология появилась где-то в Китае. Ну, туда уехали всей командой. Вот, вы знаете, какой будет резонанс по всему миру? Все остальные страны начнут быстро догонять, пытаться. Я говорю, патриотизм здесь вообще, он только ухудшает ситуацию. Неважно, где сделано. Остальные будут тут же пытаться это сделать такой же. Это уже прогресс в любом случае. Так что я всем советую всегда, забудьте о патриотизме, где вас принимают, туда и едьте, и делайте. Китай, в Америку, неважно куда. Остальные все также будут потом суетиться, чтобы сделать такой же.